Общественная палата Карачаево-Черкесии подвели промежуточные итоги взаимодействия с общественными организациями республики по борьбе с коронавирусной инфекцией. Члены рабочей группы оперативного штаба, представители различных министерств и ведомств обсудили предпринятые меры и их эффективность по профилактике и лечению COVID-19. Подробности расскажет Мурат Джангёзов. В состав рабочей группы оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусной инфекцией, который возглавляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, вошли руководители органов исполнительной власти, бизнесмены, общественные организации и просто неравнодушные жители. Основными направлениями ее деятельности стали укрепление лечебно-материальной базы медучреждений, гуманитарная помощь нуждающимся, информационное освещение и контроль. Рабочая группа, да, вот как мы его хотели, наверное, на 100% не получилось. Нет предела, но что-то хорошее, что-то получилось, правильно? Вот поручение главы республики было, когда это началось. Вы все дружите, кто маленький позитив несет в штаб, со всеми дружите, общайтесь и так далее. Вот такая установка была главы республики, и вся администрация и правительство придерживались к этому мнению. Ну, не все, конечно, получалось, но я думаю, общими усилиями практически вот уже это самое... Беда уже буквально на днях, я думаю, уйдет в небытие. На средства спонсоров из числа рабочей группы переданы нуждающимся более 3700 продуктовых наборов и около 500 лекарственных комплектов для амбулаторного лечения COVID-19. Контактным центром при рабочей группе оперштаба обработаны запросы 2635 жителей республики с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые оказались в сложном финансовом положении. Им оказана не только благотворительная, но и психологическая помощь. Не было счастья, да несчастье помогло. То есть в таких условиях наши народы показали свою мудрость вековую, что в условиях трудности мы можем объединиться во благо нашей республики, оставив свои амбиции, свои политические взгляды. Это дорогого стоит. И аппаратами жизнеобеспечения все выявленные недостатки проработаны совместно с Минздравом республики. Эти механизмы, которые были выработаны, сохранились и завтра. Для того, чтобы мы могли открыто за круглым столом разговаривать и взаимодействовать с представителями органов власти. Вот это на сегодняшний день, на будущее, наверное, такой задел, который мы должны сохранить у нас в республике. И это будет примером, как мы поняли, для многих и многих наших коллег и в других субъектах Российской Федерации. Помимо подведения итогов, на заседании обсудили актуальные проблемы и направления дальнейшего взаимодействия органов власти и общественных организаций для координации работы по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Мурат Джангёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.